Люберецкая картинная галерея отметила первую юбилейную дату. Со дня открытия учреждения культуры прошло 5 лет. На день рождения знакового для городского округа Люберцы объекта пригласили съемочную группу нашего телеканала. В этих стенах проходят не только выставки произведений искусства, творческие вечера и музыкальные концерты. Зачастую картинная галерея становится площадкой проведения торжественных собраний, форумов и встреч различного формата. Здесь чествуют сотрудников здравоохранения, матерей, вручают первые паспорта и отмечают главные праздники страны. Но сегодня все поздравления и слова благодарности в адрес людей, работающих в одном из главных учреждений округа. Они действительно дарят каждому посетителю, каждому, кто приходит сюда, сердце. Кусочек своего сердца. И, конечно, у нас много планов, много интересных планов, которые будут реализовываться, и мы будем совместно реализовывать для того, чтобы следующие 5 лет встретить на таком же хорошем, достойном уровне. Торжественное открытие картинной галереи состоялось 15 марта 2018 года. Это стало долгожданным событием для всего городского округа. За первые 5 лет здесь проведено 205 выставок и 350 мероприятий. Учреждение культуры приняло более 83 тысяч посетителей. Итоги, я считаю, колоссальные. Нам доверили не только художники наши, местные, да, свои полотна, но уже мы дошли до того уровня, что именно с нас начинаются всероссийские проекты. Мы уже 2 проекта таких поддержали. Также нас выбирают уже не только для окружных мероприятий и областных. Мы уже работаем на федеральном уровне. Добиться таких результатов удалось благодаря сплоченной команде музейно-выставочного комплекса. Кроме картин галереи, в его структуру входят Люберецкий краеведческий и Малаховский музеи. На празднике отметили труд каждого, кто вносит вклад в развитие культуры городского округа. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.